Вы кого, блядь, создали, нахуй? Ритосы, вы чего, блядь? Это ненормально, блядь. Это ненормально, нахуй. Просто пиздец. Enemy Pentakill. I keep on shattering time. I might just leave you behind. Здорово, с вами Тобишой. Я хотел сделать обзор на Зери после адекватного нерфа, где она превратится из брузера в АДК. Но она меня так заебала в ебучих рангах, что обзор я решил сделать сиюсекундно. Лорная составляющая. Зери и семье обычных рабочих. Она борется с химбаронами при помощи молний, которые ей достались при рождении, защищая граждан, которые не имеют много привилегий. Свои умения она контролирует за счет эмоций, куртки, собранные на свалке, и оружия, которое мать Зери собрала вместе с соседями, материалы для которой дали жители, чьи жизни спасла девушка. Зери не назовешь идеальной. Иногда, чтобы изменить мир, нужна всего одна искра. Да это ебучий Питер Паркер. Сделать костюм из говна и палок присутствует и там, и там. Является дружелюбным соседом, тоже плюсик. Но есть у Зери то, что нет у Человека-паука. Родители. Ну а если серьезно, что, блять, с уроном и скоростью? По ней хуй попадешь и хуй догонишь, а каждая автоатака еще больше ускоряет чемпиона. Цепная молния по всей команде как маленькая затравочка на пентакил. Туда же можно добавить скачки через стенку. AKA, мне похуй на вас. Собрав это все в шейкер гейм-дизайнера, мы получаем несбалансированную, имбалансную, пингозависимую сучару, которой на данном моменте Лиги Легенд нужно держать в пермаче до существенных нерфов. Взять для примера Джина, персонаж, который завязан на скорости передвижения, но при этом он имеет перезарядку своих выстрелов, что нельзя сказать о Зери, который стакает летал темп и мувен спид как ебаный Sonic X, и при помощи этих двух показателей бьет вам резиновыми членами по щекам. Но хотели ли разработчики сделать именно так? У Зери уникальные автоатаки, потому что мы хотели привнести в лигу свойственную шутерам меткость. И из-за этого кривое обучение у нее менее плавное, чем у других стрелков. Хороший игрок будет постоянно двигаться, чтобы как можно чаще попадать. Цитата разработчика. Но каждый игрок на АДК должен двигаться, не только чтобы попадать, но и уворачиваться. А тут скорее всего встроенный банни-хоп, за который обычно банят в шутерах. Бан! Так что в сухом остатке, если отбросить скорость и брузер билд, остается достаточно интересный концепт персонажа, который явно не займет лидирующие места по популярности, но явно привнесет самую новую механику стрельбы. Но получилось ли у разработчиков передать настроение шутера в моба? Скорее нет, чем да. И гоняя на Джине или Грейвзе, ощущение снаряда куда более весомее, чем у Зери. В шутерах один выстрел может стать решающим, что по факту граничит с логикой нового чемпиона. Это скорее Destiny или Warframe, где мобы и урон зависят только от твоего уровня. Чемпион визуально хоть и приятно глазу, но это все так же вылизанная аниме-девочка, которая не отходит ни на шаг от решения ритосов делать ебаное модельное агентство. Ну и самый главный вопрос, заинтересовал ли персонаж меня? Да, когда он бежит на 900 мувен спида, ломать тебе ебальник, очень интересно. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, давайте добьем уже 500 подписчиков. А с вами был Тобишой, человек, который прошел все моба.